воде на слух. Все звуки они улавливают нижней челюстью. Эта особенность называется эхолокация. Легкими, как люди. В них они набирают воздух через отверстие на голове, которое так и называется «дыхало». Запоминайте, этот зверь макушкой дышит, подбородком звуки слышит. Это никакие не рыбы, а настоящие звери, морские млекопитающие. Северных морях среди айсбергов. И чтобы тоже не скучал по естественной среде, на воду полетит символичная льдинка. По ней наша белуха умеет кататься. У дельфина на спине плавник, а у белух спинка ровная. Так придумано природой, чтобы плавник не мешал белухам плавать во льдах. Готовьте фотоаппараты. Андрей покажет вам то, что в полном...